Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Продолжаем мы играть Bioshock Infinite. Я еще говорил, что у нас есть отдельный DLC Clash in the Clouds, то есть битва, ну там сейчас столкновение в облаках буквально, но битва в облаках тоже подходит. Я думаю, по нему как минимум пара серий будет, и вы сейчас поймете почему. Потому что, ну по сути, это те же испытания из предыдущих частей, но самые дурацкие были во второй части, в первой были еще ничего. Вот, а здесь... Ну-ка, сейчас увидите. Колумбийское археологическое общество. Любишь драться, умеешь за себя постоять, докажи и получи награду. Там единственный момент сейчас. Вот. Единственный момент здесь стоит в том, что у меня уже здесь есть определенная прокачка, определенное оружие, потому что я когда для себя проходил в свое время, соответственно... соответственно, тут ничего уже не сделаешь. Наверное, какие-то бесплатные образцы были этих. Вот у меня вот есть... Да, вот эту и, допустим, вот эту возьмем. Вот эту. Вот, значит, в чем суть? Это награды какие-то появляются. Значит, общий рейтинг, галереи Парии. Рейтинг Купловора, ну ладно. В общем, короче говоря, невероятная история оживает. Чудо истории оживает на глазах, механический патриот. Моторизированный даже, причем. То есть, вот здесь несколько карт. На корабль пророка Чания. Театр Умника и Дурика. Рейвенсдоум, Купол Ворона и галерея Эмпарии. То есть здесь фактически 4 локации, на которых происходят различные битвы с разными условиями. То есть здесь вот это вот, ну там как, можно просто всех убить, а можно просто получить вот эти синенькие эти, это ты получаешь дополнительно это. Я так понимаю, что их не все еще здесь даже прошел, но у меня еще куплено, открыто вот это. Остальные, видите, открываются за деньги. То есть за 500 долларов, за 1000 долларов. У меня сейчас 525 баксов. Так, тут всякая мелочь. Да, у меня, кстати, вентилятор работает, если что, это. Я надеюсь, кстати, камеру я включил. Потому что опять настает жара и так далее. Но это не все. Здесь вот... Ну, здесь можно просто сохраниться. Да. Здесь торговый автомат, чтобы прокачаться, если что. А здесь у нас колумбийское археологическое общество, собственно, само по себе. Вот. И здесь ты можешь эскиз управления искусством Колумбии тоже за 250 можно купить. Автоматический джентльмен за 250 долларов эскиз. Здесь различные бонусные материалы. Любовная история 2000 баксов, кинескоп механик 2000 баксов. Просто кинескоп пилоти какой-то тут у меня уже есть. Открыт опять же. А прослушивание Кортни и Трой, это, то есть Кортни... Извините, забываю, как актрису зовут. Ну, собственно, актеров на главной роли. Жизнь Соловья, про Соловья и захват движения. То есть это вот видим, как и на съемочной площадке все это. Песни разные можно послушать. Короче, вот здесь все, ну, все это за деньги, как вы понимаете. То есть вот дальше, ну, за внутриигровые имеется в виду, естественно, конечно. Что тут еще у нас? Эскиз, какие бывают дирижабли. Эскиз, альтернативный дирижабль. Тут билет, вот здесь я не знаю, что в билетах. Возможно, как-то кто-то может быть попасть. А возможно, это просто для антуража. Ну, короче говоря, вот здесь разные... Че? И вот разные модели тоже, видите, здесь за... Деньги они, собственно, открываются тоже. Здесь, допустим, модель Соловья. Вот. Сколько она стоит? 1500. Вот, то есть, все, что было раньше, опять же, в этом модели механика. То есть, видите, сколько здесь всего? Здесь все у меня пока что закрыто. Я ничего не заморачивался, не открывал и так далее. То есть, в чем прикол? Вы проходите вот эти карты. Там за все подряд там платят деньги. Там, на самом деле, их довольно много платят. Вот. Ты ходишь за бабки, за внутриигровые, все это открываешь, получаешь какие-то достижения. То есть, к тому, что это не так, что ты прошел быстренько за две серии и все. Если это будет прям, ну, интересно, весело и так далее, я думаю, можно будет попробовать пройти за... Ну, то есть, пройти целиком все эти... Потому что мне, честно говоря, хочется посмотреть вот это все, посмотреть на эскизы и так далее. Вот давайте сейчас у нас пока что я ничего покупать не буду, я уже относительно прокачанный. И давайте прямо вот... кто у нас здесь? Какие бывают дирижабли? А здесь кто? Здесь вот их два всего. Хотя с этим тоже два. Управление искусством Колумбии. Давайте вот эти два мы откроем, короче говоря. Серьезно, я на это потратил 250 баксов? Директор. Под водой нет, а в облаках, да. Блядь, вот это меня наебали. Это первый, наверное, открываешь, который тебя так троллит просто. Автоматический джентльмен. Нет, леди. Hold be without one.
А, Шуби его, С такая завалена. Ни одной, конечно, ни одной леди без такого не обойтись. Интересно, это отсылка, я робот или нет к фильму. Когда там была тетка. Так, ну, у нас осталось 25 баксов, на них мы ничего купить не можем, поэтому пойдемте попроходим. Перепройду, естественно, я и те, которые я уже проходил, чтобы чисто все это показать. Ну, поехали. На корабль Пророк Отчаяния. Единственное, они там подряд. То есть, ты заходишь в карту, испытания, по-моему, нельзя выбрать, то есть, прям... Пройдите испытание «Голубая лента», заработайте деньги. Да, дополнительно там бабло дают. Зарабатывайте серебряные орлы, мешай врагов. Так, испытание «Голубая лента». Одолейте волну врагов только ударами с аэротрассы. То есть здесь несколько волн врагов. Так, ну поехали. Это как раз я сейчас тренировался, проходил. Ну что, сразу? Бус! То есть опять все самой хорошо работает. Какой же кайф. После DLC-шки это такое. Опа! Ну, как понимаете, это первое испытание, поэтому оно довольно простое. Ага, извините, извините! Стоять! Так, то, блин, там дальше будет вообще какая-то жесть. А. Okay. Так, погодите, я не понял. Я ж всех вроде убил, так. Ну, в смысле, с прыжков. И у меня время кончилось, слышишь? Я не понял. Там должна высветиться, что ленточка, и тебе 500 баксов должно быть. Или я это испытание конкретно не проходил в прошлый раз, а теперь я прошел его, когда... Ну, я не сохранялся после этого, поэтому мне не должно было ничего сохраниться. Ну-ка, еще раз, подожди, я еще... Возможно, тогда какие-то я уже проебал испытания. То есть, ну, проебал в том смысле, что я их проходил давно, когда-то там. Блин, а что у меня вентилятор не на меня дует? Он еле-еле старенький уже. Одолейте волну только ударами с аэротрассы. Окей. Не надо. Я вроде никого не убивал. Так, может, Элизабет кого грохнула, но как она может это сделать? Она же вроде не это. Она же вроде не убивает никого. Блять, я промазал. Они там еще и за нами по аэротрассе могут, естественно. Да хорош, ну чувак, где ты, где ты, где ты? Опа! Точнее, это женщина, извините. Может, не вижу, у меня время-то есть какое-то? Волна, номер. Двух... Нет, здесь сколько осталось убить? Ага, вон они двое. Что не так? Охуеть, чувак, ты прям молодец! Прицел же был на них. Какого хера? Осталось убить одного. Ага. Блять, давай. Во. С волной покончено. То есть вот такого плана. Готовьтесь к второй волне. Даже немножко прохладненько. Что так сделать? Он, конечно, так висит у меня. А испытание было покончите с волной так, чтобы от урона пострадал только ваш щит. Окей. Нет, деньги на это. А что это? Что это такое? А, то есть между волнами можно. А, да-да-да-да, можно поменять оружие. Я уже и забыл это. Так, револьверы. Давайте мы, наверное, вместо вот этого возьмем. Даже не знаю, снайперку или снайперку. Что у нас есть вместо этого? А что такое?
Одинокое, одиночное воскрешение $500. Типа тебя убивают, и ты по новому. Уже видите, я буквально побежал туда-сюда, и $630 как с куста. Подожди, а просто винтовка есть? Вообще нет. Почему только снайперка? Ну, по идее, какая-то из них, она тоже, это автомат, по-моему. А, вот же она, что я тупил. Так, давайте мы тогда возьмем, наверное, все-таки Бог 8 с пистолетом. Снайперку. Необычную винтовку. Так. А. Блять. Обычную винтовку. А снайперка где? Ладно, сейчас возьмем. Мама-мама. Картечница. Видите, она просто так исчезает. Окей, поехали. Поэтому написано готовьтесь к этому. Значит, только щит у меня может быть, да? Окей. А, вот и снайперка. Только щит, это не так уж сложно. Так, кстати, если один чувак будет оставаться, надо будет это не... Воу. Надо будет его не это. Так, только одного осталось убить. Ладно, там у кого-то второй патрон. Ну и там деньги. Да, мужик, давай. Не, мне кажется, это оно по новой все началось. Потому что оно прям, ну легко пока, очень легко. Ну а зато видите деньги, то есть у меня можно, как сказать, фармить получается. Так, покончить со мной сражаюсь только в рукопашной аэрокрюком или дробовиком. Ага, только в рукопашной либо дробовик. Так, ну давай тогда мы вместо снайперки пока возьмем. Собственно, и возьмем дробовик. Так, где у нас дробовик? Не, подожди, картечница. Ну их нахер. Еще окажется, что дробовик. Получается все. Рукопашный либо другой. Окей. Так, соли. Еще дробовик. Нихуя себе. Ну да, видите, здесь немножко уже так попрокачанный и, по-моему, уже... Ой. Да, пройдено. Ну да, извините. А, да, здесь деньги, в принципе, зарабатываются довольно быстро. Вот, собственно, так. Одолейте волну только с помощью пулеметов, магазинных винтовок или скорострела. Только с помощью пулеметов. Бля, это же, по-моему, все изично весьма себе. Давай с помощью пулемета. Дайте ему, вот из нее толками стреляли, пулемету, магазинную винтовку. Возьму. А по сути то же самое, но... Шли. Нет, гатушку теста. Я на всякий случай не буду, а то мало ли кто-то повлияет. Видите, то есть даже плазмит, он... Ну, это логично. Откуда контрольная точка? А вот это, кстати, прикол. А вот это не очень хорошо. Ладно, это мы сейчас быстро сделаем. Это все быстро. То есть, видите, каждый раз, получается, надо его целиком арену проходить. Ну, видимо, сделали для того, чтобы без этого будет, ну, совсем уже как-то легко. Так, отойдите только ударом с раз. Окей, да, поехали. Не надо мне вот этого здесь.
Давай, мужик. На тебе! Ебальничек. Что-то пошатывается какое-то время, что? Оп. О, а вот и Эткин Доунс. Я, мужик, подожди, давай я сначала тебя убью, а потом уже ты меня убьешь. Я... А вот что ты делаешь? Скачи ты на меня. Немножко проебавшись, папа! Там какая-то такая прям небоскреба здесь, вы посмотрите. Как будто тоже, знаете, на каких-то этих вырезанных. Так, пострадал только щита. Значит, давайте мы тогда берем снайперку. Карабин. Что здесь совсем активно. Стрелять на поражение, сказал чувак, вооруженный одной дубинкой. Вот это я понимаю. Это просто пока обычные парни, там потом будут всякие нездоровые появляться, еще какая-нибудь хуйня. А сейчас дробовик будет, насколько я понимаю, да? А-а-а-а. Сейчас втянуться во все это. Я тоже какое-то время не играл. Так. Как-то так. Я помню только вот эту арену, потому что я, в общем-то, здесь только и проходил. Обратно в арсенал. Четвертый, по-моему. Так, с помощью пулеметов, магазинов, винтовок, да. Значит, плазмиды сейчас не пользуем вообще. Я уже буду называть их плазмиды. Всем понятно, что я имею в виду, но я буду называть их плазмиды. Кстати, даже не помню, там где-то проговаривается в игре, как они их называются у них, но я уже не помню. Вот видите, она медленнее гораздо. Да блять, что ж такой живущий? Все? Нет, это мне не нравится, короче, штука, она вообще говно полная. Она медленнее стреляет, ну типа самодельная, понятно. Да все нормально. С волной покончим. А дарить волну только с помощью пистолета и ручной пушки. А, вот она у меня, они у меня и были выбраны, собственно. Так, давай. Ручная пушка. Я думаю, мне хватит и ручной пушки. То есть это, в принципе, испытания такие, но не сказать, что слишком сложные, но зато каждый раз чуть новенькое. Я еще люблю, когда подобных испытаний. Мне почему, допустим, в Assassin's Creed 2 нравятся эти контракты. Ага. А вот в чем прикол, видите?
Блять, хорошо, что их... Он один. 5 из 15, 15 волн в этой карте. Оп. Ты говна кусок. Ух ты ж, блядь. Немножечко на ответа. Ну это пока что только вот один чувак, там потом будет повеселее. 15 волн, то есть на одной карте 15 волн. А дайте волну, не подбирая оружие и не обыскивая трупы. Окей. Так, у меня снайперка есть. Не знаю, мне вот винтовка в этом плане нравится больше всего. Ладно, не буду обыскивать трупы. Не знаю, они какие-то легкие, серьезные, эти волны. Это кто такой борзый? Ага, понял? Ничего, пока и не надо. Алтроид на теперь можно побрать, интересно? Немножечко под это... Как это, объебал их. Самую малость. Так, а расправьтесь со всеми врагами только с помощью оружия с прицелом. И только через прицел. То есть снайперка. Ну, допустим. Вот у них есть прицел, это считается или нет? Ну, давайте лучше, наверное, только со снайперкой тогда. Уже 2625 на самом деле. Ну это как я умею, надо же. Да-да-да-да, восстанавливайся мой этот. Как его называют? Ага, а, снайперка там есть, если что, можно сделать, ага. Сады, здорово! Это, кстати, уже посложнее. Там где-то этот, с воронами. Вообще было бы очень... Так. Close him out, close him out. Марам-бам-бам-бам. Так, одного чувака убить, ладно. Блядь! Давай убивай меня, мужик. Давай быстрее же щит восстанавливаться. Вот. И она меня сейчас вытащит. Your chance for atonement is at hand, Pilgrim. Do not let it pass you idly by. Все заработанные деньги и улучшения всегда остаются при вас. Выберите что-нибудь, отказаться от результата и продолжить. От результата, в смысле, что, деньги все проебать или что? Начать заново с первой волны.
Давайте мы, короче, сделаем, давайте вернемся сначала. Сохраним деньги, пойдем сейчас что-нибудь еще на них откроем. А, вот. Сохранимся, и после этого можно просто быстренько до этой волны добежать, ничего не, ну, не удовлетворяя условиям, скажем так. Так, две с чем-то тысячи, поехали. Так, давайте... Чего? Так, извините, надо было включить. Да, точно, я же перезагружался. Угу. Давай, я понял, господи. Их же нету и в пятке. В пятке не сохраняется. Да, букер. Так, что у нас тут? Какие бывают дирижабли? Прикольно. Да. Музейный смотритель 5 из 35 открыто. Классно. Альтернативный дирижабль. Прям просто спрут. Круто. Так. Эскиз. Парад воздушных судов. The Airship Parade. Ну, это прям картина уже внутри игры, потому что 908 год написано, сделано. Так, подожди, это что? Здание кабаре. А, то есть вырезаны. И да, кстати, я знаю, что из Bioshock Infinite вырезали столько, что, по-моему, там на три игры еще Левин говорил, хватило бы. Вот. На самом деле, хорошо, если бы она была еще безумной. Еще затянуть ее вот этими вот разнообразными этими, то... Новая Колумбия. Эскиз. А, кораблекрушение. Чем? Летающий город. Не знаю, люблю такие штуки. А это, я так понимаю, кусок этого соловья, во втором крыле. Падение Икара. У нас с Икаром, говорю, соловей, по-моему, выступает. Станция Аэротрасс. И все, мне не хватает. Ну и пошли. Так, ну теперь надо сохраниться. Так, поскольку 200 ни на что не хватает. Ну-ка, может быть, мне можно торговое... Что тут у меня можно? Мне 200 ни на что не хватает. Ух ты, ё-моё, какое все дорогое. Обосраться. То есть у меня еще ничего это не улучшенное, да? И оружие тоже не улучшенное. Так. Угу. Ага. Так, увеличил урон из этого пистика, наносит на 25% больше урона боезапаса, увеличил урон 2. Давай, раз. И пока что. Ну да, пусть и боезапаса будет больше тоже. Сохраним профиль. Сейчас еще раз. Так, все, давайте быстрее, конечно, дойдем. Значит, какая у нас волна была? Сейчас, подожди. Ей снайперского прицела надо всех убивать. Сейчас по-быстрому просто всех убиваем. Хотя, с другой стороны, за это денег дают. Тут первые они простые. Можем попробовать еще раз. Раз, 9. Не знаю, почему-то вот этим мне хочется, только ударим свет раз. Еще вот этим мне хочется, в принципе, почему-то проходить. Они, вроде бы, ничего особенного, а при этом... А где все-то? Никого нету. А? Нарани! Он меня убьет, какой кошмар. Причем, судя по всему, что вот это все происходит тоже на каких-то вырезанных локациях, потому что этой локации в игре-то не было. Но! Где мужика сюда? Жалко, конечно, мужик улетел за пределы этого. Ну
Ну и чего, блядь, вот я же... Ну, запрыг. Воа! Just you wait! Надеюсь, мы когда-нибудь запишем эту игру с метелями. Откуда эта фраза? Так, чтобы от урона пострадал только щит. Кстати говоря, между прочим, здесь же можно... Оружие можно сейчас не выбирать. Я думаю, этот мужик с легкостью отвечает для себя на этот вопрос, как говорится. Вот, собственно, и все. Так, с волной сражаюсь только рукопасной, а рукоком или дробовиком. Ну, вот это вот, опять же, можно сделать, тут ничего сложного нету. А лишние деньги, лишь, правда, уже поменьше дает, видите? Лишние деньги лишними не будут. А, уши заложила. Это было прям ну совсем просто. Если опять же, видите, можно разные эти оружки на карте с помощью пулеметов, магазинных винтовок или скорострелы. Да, сейчас мы берем. Хотя магазинная винтовка, пулемет, магазинная винтовка. А, скорострел, это который... Но его как бы здесь нету. Кстати, интересно, его как-нибудь... Возможно, потом нам дадут. Что это такое? Шот это повернуть, крайне шот это такое. Какие-то улучшения. А, кстати, улучшения, между прочим, вон они там лежат. Columbia Supply. Sanjay Supply. А, ладно, тогда нам полет в эту. Или подожди, это что у нас? Это что у нас? А, гранатомет. А это перечница. А, давайте возьмем пулемет и не будем страдать хуйней. Что-то сделал или нет, нажимал, ладненько. Во, да, хотел. Давай.
А ты, то есть, так там и тусуешь, да? Есть что у нас? Go ahead. А, тут снайпер. Ага, здесь тоже снайпер. Окей. Open it. Ну и ладно. Так, с помощью пистолета и ручной пушки. Ага, окей. А, там этот здоровый, да? Ой, не, вот это давайте я не буду. Хотя, возможно, там Леночка когда-нибудь. Ладно, окей. Херст. Хочешь, чтобы все были. Ты ж моя сырденька. That was fast. Кстати, жалко, что... Хотя, может, не жалко. Ладно, это была мысль глупая. Не подбирай оружие, не мыскивай трупы. Это вообще изич. Так. Так. Эти гранаты возьмем в клуб. Или... Чего, блядь, почему оно провалится? А, не меняя, типа, даже в этом? Your chance for atonement is at hand, Pilgrim. Do not let it pass you idly by. А, нет, деньги остались. Так самое главное, что деньги остались. А, нитки, даже я ничего не понял. Типа я не должен был менять оружие даже в этом меню, я думал здесь нельзя менять, типа у врагов подбирать. Так кто где, блядь, где вы, враги? А, нет, 4 у меня этих. То есть, типа, отказаться от того, чтобы заработать себе эту волну, да, типа, да. Ну, не волну, вы поняли, короче. Галочку. Но это было странно, почему, то есть, представляешь, что в меню, что там на базе тоже выбирать нельзя, то есть, когда появится, ага. Только с помощью оружия с прицелом, только через прицел, окей. Вот он как, вот он считается оружием с прицелом или нет? Дайте узнаем, в конце концов, какого хера. По идее, у него выдвигается отдельный прицел. То есть, не просто где-то сбоку там. Ага, считается. О! Это с... Мне тоже гранатометчик помогло. То есть всего 15 волн на карте получается. Это да, это неплохо. Так, расправьтесь со всеми врагами только с помощью разрывов, гипнотизирующих ловушек и ловушек-отражателей. Именно ловушек, запомните. С помощью разрывов. Окей, так это что случайно.
Гранатомет такая штука, которую можно по площади пиздануть. Так, гипнотизирующих ловушек и ловушек отражателей. Значит. А отражателя же нет нихуя. Что, вот это берем. Ну, здесь я не гарантирую. Open it. On it. She whispered in my ear. Пацаны, разберите же кто-нибудь там, кто куда. Он через какое-то время должен взорваться просто. Элизабет! There you go! Да, мужик, иди сюда. Да, это будет долго. Уже пушку, видите, он выносит с одного этого, поэтому. Давай, мужик, я тебе верю, ты сможешь. Ну, это дурацкое, на самом деле, испытание. Убей его, пожалуйста, он заебал. Ура. 3000 уже. Неплохо, неплохо. Нет, сюж. Так, ваши... А, даже пишут же, господи, солдаты и механик. М-м-м. Расправьтесь со всеми врагами, не стреляя им в голову или сердце. Ага. Так, не стреляя им в голову или сердце. А интересно, если какой-нибудь из гранатомета зарядить, это считается или нет? Так, снайперка. Это хороший вопрос, между прочим. Ну, можно, кстати говоря, не стреляя в голову или сердце, это делать, допустим, вот так. Чё, пацаны, кто где? Every step is like gold. Ну что ты, встань? No. А, вон оно так еще, да? Блин, пошел ты нахуй, да, да. Идиотские условия абсолютно. Слышал, у него там сердце занимают. То есть, блять, когда из этого ты стоишь, хуй тебе за это дадут денег, да, и так далее. Элизабет!
А тут, значит, вот так, да? То есть за один заход вот у нас здесь все это тратится. Я думаю, каждый раз это восстанавливается. Тогда посложнее, конечно, да, согласен. Готовьтесь к 10-й волне. Ну что, можно по волне за серию, в принципе, что там, 47. А расправьтесь с сиреной, пока она не начала воскрешать врагов. Нихуя себе, серьезно. Солдаты и сирена. Ну, это тоже, я не знаю, получится или нет. Но, в принципе, можно электричеством и снайперку будет сюда оставлять тогда. Два патрона все в дробовике у меня. Ну-ка, вот эта штука. 8. Дай попробуем. Так, где она у нас? Мистер Джеффетто! Блять, наверное, это не отсылку вообще никто не... Так, ну-ка, секундочку. Ладно, так вот. Так, ты это понимаешь, я уже не смогу это, да? Ха-ха, поебал его. Да хорош, блядь. Да идите в жопу. Мне главное деньги, на самом деле, заработать на открытие, все остальное. А, она уже воскресила. Ну да, в любом случае получается, что уже проебана. Так, где там она? Это ты не то? Вообще было два врага. А, двойное убийство, у меня враг прям подпрыгнул. Враг охуенно вовремя, да? Смотри, сюда подпрыгнул. Ну и ладно. То есть, опять же, я никогда ни в какой игре, по-моему, все испытания не прошел. Если можно было отдельно выбрать вот это испытание и попробовать еще, то да. Солдаты, пожарники, ух ты, ничего себе, патриот. Одолеть валу, не пользуясь аэротрассами и подъемными крюками. Ну вот это, кстати говоря, да, это не так возможно, не так-то и легко будет. Кстати, вполне себе неплохая, так, отдайте попробуем. Open it. There you go. Так, вот,
Ну, в общем, да. Судит Господь, а я действую. А я наказываю, еще столько наказываю, блядь. Никогда не подумал, что это будет, мне покажется, смешно. Что, последний? Что, серьезно? Это один остался? Чемпион голубой лент, а тут зарабатываем достижения. Ну, по-моему, надо все получить, а соответственно, или там определенное количество, не знаю. Пока не буду. 12 волн. Да, 15 волн, в принципе, на серию. На серию это вполне. А, одолейте волну за минуту 15 секунд. Пожарники, фанатики. Так, ну, чтобы за волну за 15 минут. Наверное, в принципе, я то же самое это и оставлю. Снайперку и гранатомет. Ну, в смысле, гранатомет, перечень все-таки. Ой, в пизду поехали. О, блять, не понял, где эта трасса, куда она делась. Надо, что прошел. Куда? Не, ну прикольно еще. Так, к 13 волне. А, одолейте волну только с помощью того оружия, которое стреляет с аэротрасс или ударами с аэротрассы. Пожарники и механик. Нихуя себе. Так, ну это, в принципе, не так сложно. А с аэротрасс, что он, по-моему, даже из минигана с аэротрасс стрелять может. Не, ну окей, давайте я на всякий случай сделаю, типа, вот, вот так. Это точно может стрелять с аэротрассы. И имеется в виду не которое, что оружие, вид которого приспособлен к стрелянию с аэротрассы, а к тому, что, типа, видимо, только путем стреляния с аэротрассы. Да, этот мудак, он током бьет по аэротрассам. Ну да убери, зевал. Двух, а где еще то? А, я... там же было вроде убийство, было фреш или что? А? Как он там зависает. То есть ты все-таки не можешь, да? Ты бахвалишься, типа. Okay.
Или может он только добить его может. Блять! Это дело. Не надо. Что меня заебал, наверное, поэтому я так и делаю. Забрать с него лут, забрать с него лут, блять, букер. О, по 325 бачей с них падает, конечно. Так, всего 14-15. Главное не забыть сохраниться. А, одолеть валу только с помощью шок жакея и выстрела в голову. Вот это да. Так, шок жакея, это у меня вот он и есть, да? Да. Выстрел в голову, надо будет стараться. Я не посмотрел, кто противники. Окей. Кстати, патроны, по-моему, пополняются, когда попадаешь. Я не попал в какой-то момент в голову, да, ему, ну и насрать. Че, у меня здоровье полное, мать, ты о чем вообще? Ну и ладно. О, даже так можно. Прикольно. Кстати, не знал, что можно на аэротрассе вот так вот прыгнуть. Одно воскрешение $500. А, вот можешь. Угу. Я так понимаю, воскрешение это ты не теряя прогресса. То есть, допустим, ты зарабатывал себе на медаль. Кто не зарабатывал? Так, ну и 15-я волна. Расправляйтесь с каждым врагом с помощью нового энергетика. Мне кажется, я это не одолею. Опять я не посмотрел, кто. Да, посмотрим, ладно. Может, с помощью имеется в виду, то есть можно трех. Типа, чтобы... Какого хрена? Или я зацепил другого, типа, что? Бля, вот это бред какой-то, если честно. Блять, там вы! Сука ты тупая, блять! Долбоёб! Охуенно меня заспавнило, да, блять? Я даже не успел увидеть, блять, что происходит уже. Потому что вот когда белый экран, это уже игра идет. То есть я их не вижу, блять, они мне... Ну беги ты, букер, блядь! Вот он прогулочным шагом ходит. Это хуйня какая-то сидит в округлости. Зачем нам бежать-то быстро? Я хуй. Да как он на такое расстояние ты меня бьет? Я вот это понять не могу, уже, блядь. Уже, блядь, этот ближнего боя. Ну да, он может где-то захерачить, типа, вблизи электричеством, но как он меня вдали-то им хуярит? Давай! P
Пиздец, блять, это просто какой-то пиздец. Охуенно, охуенно, спасибо тебе большое, блять. Он быстрее меня, блять. Он стреляет на любое расстояние. Охуенно. Так, стоп, уже очевидно, короче говоря, что это. Давай попытаемся вот так его. Вау. Я просто, эти враги, они настолько пизданутые, блядь. То есть они и на дальнее расстояние, и быстрее тебя, блядь, и везде тебя достают и убивают с двух ударов. И на него не действует еще и это. Да-да-да. Это понимаю. Охуеть! И как я буду расправляться с каждым из них? Хотя их три всего, да, там было? Говорит, уйди, пожалуйста, уйди, и сам за мной продолжай бегать. Ну, как классика. Револьверы, блядь. Вот, сука, вот я нажимаю ему пробел на этой изображённой. Блядь, не то. Я передумал. Да, блядь, у меня здоровье такое и кончится, сука. Я стреляю только в одного, блядь, верхнего, даже у меня времени нет. У него, блядь, здоровье даже наполовину вот не убавилось, пиздец. Еще и, блядь, букер бы не застревал в каждом, сука, блядь, блу. Вау, блядь! Чё там? А, типа разное оружие всё время? Где этот пидорас-то? Там. Я так понимаю, что электричество он нельзя хуярить, потому что ЦА работает на электричестве. Take to your heels with speed unbounded to prove all faith in you will. Короче, прошли мы эту... Охуеть, вот это да. Мы вряд ли будем по серии, конечно, укладываться. Типа, арена, серия, арена, серия. О. Ну да, вот видите, у меня тут здесь не хватает четырех этих. Извините, я этого делать не буду. Так, поехали, значит. Теперь давайте сохранимся на всякий пожарный. 10 тысяч. Так, 10 тысяч, здесь картинки открыты. Сначала мы пооткрываем, давайте все арты. Потом уже будем все остальное.
Квартал красных фонарей. Блин, жалко, конечно, вот какой-нибудь был бы директор скат, что называется. Так, картины все, что ли? Ну, походу, да, я, по крайней мере, больше не вижу, куда можно. Подожди, или... Здесь было куда картины где-нибудь ставить? Все так были? Только для сотрудников. А, это место, в котором мы появляемся. Нет, тут вроде все окей. Значится, получается так. Так, ну давайте тогда пойдем смотреть дальше этих. Дальше тогда пойдем по... Давайте сначала соловья, давайте уж первым соловья. 1500, давай. Ого. Damn, it's good. Так. Это просто пепельница. А, Букер Дэвид, давай. Угу. Так, что тут у нас? А, Комсток. Слейд. Да, из электричества вот эти шишки растут. И Дейзи Фицрой. Что-то у меня денег дохуя еще. Сначала думал, как посмотрел цены, а потом тут так много всего даю, что Роберта Лютеса. А, Роберт Лютеса. И, соответственно, здесь будет Розалинда Лютеса. Так. Извините. Проебал момент. Механик. Тут у нас кто? Исходный механик. А, да, он даже на некоторых артах игры есть. Не знаю, мне, кстати говоря, мне вот этот нравится гораздо больше. Он больше в духе игры. Тот лысый, такой прям с усами, вот джентльмен такой. Блин, жалко, вот этих вот в игре нет. Не знаю, мне те не нравятся абсолютно какие-то ублюдочные. Так, Элизабет. Немножко, по-моему, удивленная Элизабет. Элизабет, смотри, это ты. Так. А, другую модель Элизабет, окей, так. То есть вот этого игры не было, это появилось только в конце, в финальной заставке. Да кто это такая вообще? Знакомое лицо. А модель изначальная, Элизабет. Ну, вот как бы не помню, совсем изначально, ну да ладно. А, и старая Элизабет. Это которая в Нью-Йорке была. Так, а что же получается, что я все тоже уже открыл, да? Все? То есть тут осталось-то всего ничего. У меня уже 3300. Это я на одной арене набил. Видите, еще то есть то, что каждый раз тебе... Бля, подожди, это что такое? Что я мог? Войти в разрыв? Нихуя себе. А здесь можно листать, слава богу. Я даже не подумал об этом. Так, сейчас тогда. Сейчас. 0.9 примерно. Это мне надо будет подрезать что-то. That ghastly Fink fellow has been busy of late. He has sent his minions out to prowl the city on the lookout for tears wherever they might appear. They are armed with camera and voxophone. One could only presume he is no longer content to steal patents from his own reality. No surprise then his scientific breakthroughs. I imagine I could also appropriate parlor tricks like incinerating trees with the snap of my fingers. But the universe offers more delicious fish to fry. Так, то есть это дом Лютес, и здесь теперь будут появляться еще и голософоны, что ли? Они будут появляться, они здесь есть. When I finally... Ну, естественно. Я уж подумал, ну мало ли, ну вдруг. When I finally brought my brother through, he seemed to lack the capacity to square his own reality with this one. I suspected such a thing would happen, yet had no means to accommodate his distress. His behavior was that of the feeble-minded. He hemorrhaged nearly continuously from his nose. Naturally, I was able to transfuse him from my own veins and thus avoid catastrophe.
In the end, it was music that proved therapeutic and grounded his thoughts. A middle C vibrates at 262 Hz, no matter what the universe. И не важно, в какой вселенной. Интересно, они еще здесь будут появляться, или здесь просто потому, что я определенное количество накопил этих? Блин, надо будет, значит, заходить проверять, получается. Так, я вижу еще один, ага. Просто чтобы не проебать ничего нельзя. Times that I encountered this particular Caesar before he crossed the Rubicon. When I met Comstock, he was little more than a preacher, able to move both members of the flock or members of Congress with equal dexterity. He believed in my work, and his influence bought the funds I so needed. And if he wanted to use tares to play prophet, that was his prerogative. But at some point, the man became incapable of distinguishing his performance from his person. I sit in judgment. But then again, it was I who built the stage. Это интересно, они тоже вроде как вырезанные, то есть, знаешь, типа озвученные должны были быть в игре, но их в результате в игре не было. Что пока вот их, допустим, не так много, 3 штуки, это, наверное, можно было куда-то в игру запузырить. Для хорошей игры не проседай что-то. Ага. Потом отопрется или нет? This evening, on my way back from supper, my theory became reality. A spontaneous tear had opened in the market district, emitting both sights and sounds. I observed what I could only imagine to be some future version of Columbia. Though familiar, strange red flags with a small yellow icon flew from her rooftops. Although we can lock up the girl, it appears her powers will not be imprisoned so easily. Но ее вот эту силу типа так заключить, посадить Гобра под замок будет далеко не так просто. Ну вроде бы все. Is a repulsive creature, but I suppose a prison needs a guard. What surprised me is not how the girl has imprinted upon the monster. After all, one might observe a baby chimpanzee accept a wire replica for its mother. But I did not expect the brute to be capable of forming an attachment in return. Perhaps it could prove a better father to her than the two she has known. Не уж. Может? Нет. Ну что ж, это интересно. А было прикольно, чтобы это типа их фигуры, модели, но даже они бы периодически, они даже в виде фигур поворачивались бы и смотрели куда-нибудь периодически. Это было прям... Так, знаете, какую-то одну увядшую любовь? Tainted Love, которая, что ли, счастливый сын. У меня есть тут. Дайте чисто ради интереса. Да, а, вот эти миксы как раз. А теперь она здесь будет играть, пока не поменяю. Давайте на этом тогда глядь, на этом на сегодня, собственно, и закончим. Вот, ссылка, опять же, будет целый плейлист. Все это в описании будет. Можно будет посмотреть и так далее. А пока что ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автор музыкальной темы, на канал Маргарита Низбекова, душевные игры, рост процесса капу в крип, на мой телеграм-канал и на все остальное тоже проходите, подписывайтесь. Так интересно будет и еще вот так. Так что там еще получается еще есть всякие миры. Точнее, карты. Мы сейчас посмотрим и поглядим. Вот так. Все. Всем пока.